Всем здравствуйте! Муж Анастасии Заворотнюк очень часто появляется на могиле любимой супруги. Мужчина постоянно убирает засохшие цветы, заботливо протирает крест, беспокоится о том, чтобы место, где находится Настя, выглядело ухоженно и достойно. Общественность обращает внимание на то, что раньше спортсмен очень редко показывал дочку и изредка брал ее с собой на могилу матери, ведь там ребенка могут увидеть много посторонних людей. Но после смерти Заворотнюк маленькая Мила всегда сопровождает отца. Друзья, посмотрите, доченька теперь везде только с папой. Не дает ему впасть в уныние. Казалось бы, это папа заботится о ней, но тут все наоборот. Петр, наверное, даже не догадывается, насколько ему нужны сейчас эти хлопоты с ребенком и как сильно его это возвращает к жизни. Вспомните, как Милочка его на прощание обнимала. Даже слезы папе утирала. Дочь – это самое дорогое, что у него есть. Слава Богу, что с ним рядом есть родной человечек, высказываются пользователи. А тем временем на могиле Заворотнюк по-прежнему много цветов и людей, пришедших просто постоять и отдать дань памяти любимой актрисе. Многие приходящие на Троекуровский погост отмечают, что Чернышов, видимо, так и не обратился к администрации кладбища за профессиональным уходом за могилой. Скорее всего, не хочет доверять уборку захоронений чужим людям. Возможно, это все временно, так как совсем скоро у Петра попросту не будет на это времени. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!